Даже малая капля добра способна возвращать к жизни. Первый благотворительный аукцион «Подари надежду» собрал более 400 тысяч рублей. Эти средства позволили детям с тяжелыми формами онкогематологии пройти лечение и реабилитацию. Время для добрых дел продолжается. По инициативе администрации города, общественная организация детей-инвалидов «Парус надежды» проводит второй традиционный благотворительный аукцион. Этот аукцион помогает нашим родителям и нашим детям поверить, что они не одни, что их печали и радости готовы разделить жители, которые бок о бок, возможно, каждое утро встречаются рядом, на дороге, по пути в школу, и которые просто хотели бы помочь, но не знали как. Поэтому аукцион – это именно вот та возможность прийти и сделать доброе дело. Подарить надежду может каждый из нас.